вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Понятно, что на улице вышло что-то огромное и кому-то страшное. Я часть этого огромного и страшного. Я его не боюсь. Молодой Путин, все нормально. Блин, бегут, ё-моё. Я объявляю эту территорию свободной от оккупационного путинского режима. Ура! Сворачиваем сюда и вот так вот идем, выходим по Варварке на Красную площадь. Мне забрали все ноутбуки, мобильные телефоны. Это конкретно Путин Владимир Владимирович хочет дальше воровать, красть и жульничать. Проход, пожалуйста, господину Навальному. Прекрати заступаться за своего крестного папу. Каждый раз нас будет все больше и больше. Путин не создает никакой империи. Путин он тоже мечтает создать великую империю. Он мечтает денег отпилить побольше. Дура. Вы что делаете?